Жители Жуковки опять бьют тревогу. Зловонный слив текет из трубы, утекающей из дома престарелых, прямо в пойму Витьмы. Сейчас эти заливные луга покрыты разливом, и весь канализация пойдет в Витьму, в места отдыха, купания, рыбалки местных жителей. Вонь стоит. Видно нечистот, что видите, вода грязная, мутная, вонючая. Нечистоты. Текет от дома престарелых через систему труб. Заливные луга, откуда попадает Витьму, который залез до горизонта. Вот видите, какая ситуация нехорошая. Отходы в Витьму. Тут якобы уже вторые честные построены. Функционируют они или нет, мы не знаем. Но жидкость мутная и вонючая. И все это идет в Витьму. Вон, видите, мост. Вот на Витьма. Вот эта система люков. Летом прием на Витьму. Купаться, рыбачить, отдыхать. А тут это зловоние стекает. Вот, с этого люка стекает, слышите, звучание. А вот они якобы честные. Работа, не работа, мы не знаем. Вот, честные, непонятно. Рабочие они, не рабочие, мы не знаем. Судя по звукам слива, вода идет отсюда. Вот видите. Вот, рабочий, нерабочий, мы не знаем. И слив.